сегодня буду голосовать против. А я сегодня буду голосовать против. А может быть, вместе проголосуем против. Ну а пока встречаем ведущую. А я сегодня буду голосовать против. Пип. Клево придумал. Но, ребятки, я хочу вас огорчить, потому что голосование сегодня слишком большие потери были в последнее время. Ушли сестры, как их там по фамилии-то? Шангины, совершенно верно. И ушел несчастный Долганов, опять же. И Дмитрий Шмаров нас покинул. Поэтому прямо сейчас 4 новых человека я приглашаю на телепроект «Вам два». Встречаем! Один лучше другого. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, садим. Пока хочу обратиться к девушке. Даже не знаю, с кого начать. Две брюнетки, одна блондинка. Так, ну давайте начнем с блондинки. Как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 24 года. Из города Волжского. Ты к Мише пришла? Нет, я не к Мише пришла. Можно я сейчас не буду говорить, кому конкретно я пришла? Да. Потому что на проекте мне нравится визуально несколько молодых человек. Но хочется... Это Чижевский и Чижевский? Нет, это не Чижевский и Чижевский. Я не буду говорить имена, потому что хочется пообщаться вживую, и уже тогда как бы вот конкретно более... Ага. Понятно, чем занимаешься? А я работаю на телевидении. Кем? Телеведущий. И что же вас заставило покинуть столь успешную карьеру и приехать к нам сюда, в Москву? Ну, успешная карьера – это громко сказано. На самом деле я ищу свою любовь. Так. Как бы это банально ни звучало, у меня были серьезные отношения, это было 5 лет. Год назад я рассталась со своим молодым человеком, и вот в течение года я в поисках. В нашем городе-герое, в Волгограде, в Волжском, таковых не имеется. Здесь я увидела парней, который мне понравится. То есть сразу несколько? Сразу несколько. Я же говорю, а я же поправляю, визуально. Визуально это одно, правильно. Понятно. А они в парах? Вот расскажите один человек. Нет. Я никакие пары разбивать Семен. Не собираюсь. Угу. Ну что же, мальчики и девочки, никого мы сегодня не выгоняем. Ура! К нам сегодня, у нас сегодня просто, я не знаю, мы сегодня очень гостеприимны, поэтому оставляем и девочек, и мальчиков, и все останутся здесь. Что, вопросы мальчиков? Будем задавать? Нет! Не хотите вопросов? Нет! Там же лично пообщаетесь. Да. Спасибо! Потерять одну. А я сегодня не голосовал против. Как хорошо, что мы вместе не голосовали против. И мы провожаем нашу ведущую. Бороду. За ворота!